Хей, с вами Шульки, и мы продолжаем родить игру по названию Devil May Cry 5. И как вы видите, у нас появился уже Данте здесь. У нас 13-я миссия, 3 воина. Ну, это считается вот эти три челика. Сюжет. Ви рассказал Триш свою правду о том, что он половина брата Данте. Тот использовал силу Ямато, чтобы разбудить в себе... Так, надвое, отделив человеческую половину от демонической. Меж тем, Данте стал единым целым с мятежником и пробудил свою истинную силу. Он сразился с Урейзаном и заставил его отступить. Однако, Клипот все равно так вырвался на поверхность мира смертных. Изи. Так, надеюсь, кнопочки раз, два, работают, да? Надеюсь. Блин, интересно, сколько тут еще, блин, у нас еще с вами целых 7 боссов, которых мы даже не встретили. О. июня 12:36. Смотри-ка, все целые и невредимы. Хочу сама проверить. Эй, куда этот мусорный бог подевался? Чего добивался Уиза? Он на вершине Клипота. Тут все наоборот, Данте. Мы находимся на нижнем уровне вершины Клипота. Человеческая кровь — это источник демонической силы. В плоди порождается Клипот, а концентрация этой силы гораздо выше. Вкуснейший... Так, даже смегущий Мундус воспользовался им, чтобы стать владыкой подземного мира. Ви мне все рассказал. Да, захватывающая история, правда. Но главное, мы знаем, где он. Ого! Да вы же... Тот самый Данте? Я... Никола Гельштейн. Знакомая имичка. А моя бабушка Нелл Голдштейн. Оружейница, которая сделала все на... Так, навороченные пушки. А что висит у вас там сзади? Ага, вот она! Гляньте! Не больно ты так на нее похожа? Да, я пошла в папу. Собственно, только я этой... И... Так, понятно. Ну, я изучил его записи и самостоятельно... Что там? Ну вот, это считайте это подарочком в честь нашей долгожданной речи. Это встреча. Речь-встреча. Нихера себе, шарфик. Сука. Майкл Джексон. Ай, лунная походка, блядь. Надеюсь, у меня камера выключена. Сука. Сойдет. Данте. Я с тобой. Может, отсидишься в этот раз? Что, я попутался под ногами? Ну ж нет. У меня есть все, что нужно. Взгляни сам. Ты не понимаешь меня. Не в этом дело. Пусть идет, Данте. Мы теряем драгоценное время. Нужно бросать в погоню. И как можно скорее. Что, неужто и ты сам с нами собрался? Я должен пройти этот путь до конца. Что ж, впечатляющий аргумент, господин поэт. Я пойду с вами путем, а вы вдвоем можете идти так сказать, ради достижения нашей общей цели. А Ви распадается, как видно, частицы от него отлетают. Нихера, и все в разные стороны пошли, то есть... У нас с вами три серии будет с каждой стороны, да, наверное, древо. И кто быстрее доберется наверх. А потом мы все втроем встретимся с боссом и начнем с ним сражаться. Maybe. Так, алхимический наряд афериста. Дрфауст. Шляпа поглощает красные сферы для особых атак. Способна дать много красных сфер. Но следите, чтобы запас сфер не стяк. Так. Так.
Не понял. Типа, ты будешь у меня тратить, блядь, сферы? Не-не-не, нафиг надо, ты мне нужна. Дырфауст. Атаки Дырфауста поглощают красные сферы для... Так, проведение большинства атак требуется достаточный запас сферы. Число поглощенных сфер отображается в правом верхнем углу экрана. Всегда следите за запасом сферы. А навык... Так, красивая шляпа Дырфауста. Так. Позволяет зарабатывать множество красных сфер, поразив врагов шляпой и атакуйте. А-а-а, можно еще больше получать сфер. Прикольненько. Вау. А загадка Ви, охотник на демонов Нейра, легендарный охотник на демонов Данте. Ну... Ребят, я не знаю, в принципе, за кого сыграть. Я думаю, давайте за Данте. Он помощнее будет. Нет, типа у Нейра прикольно то, что руки. А Ви, он своими питомцами в основном управляет. Я за того, чтобы поиграть за Данте. Так как... Кому он? За две части, типа предыдущие. Это... Devil May Cry просто, да? Там главный герой это Неро. Не, подождите, даже не Неро, там какое-то наподобие Данте что-то, я не помню, кто там был. А четвертая часть это тоже чисто про Неро. То есть я за Данте. Ой, давайте с этим акцветом сыграем. Да, начать как Данте. Дырфал, снаружи получается красные сферы, так это мы читали. А длинная шарфа. Длина шарфа Дырфауста зависит от количества достаток душ. А можно меч поменять? Ясненько, походу нет. А начать миссию, я думаю. У нас 19 душ. Да, давайте начнем. Начать миссию. Мастер клинка. Стиль с акцентом на оружие ближнего боя. Использует так быстрые комбинации для уничтожения врагов. Не, жалко, что я стульчик не могу ниже отпустить, чтобы вы меня ниже видели. Я далеко, да, от ПК, от ПКшки. I hate this game. Прошлась. Скоро будет новая игра. Ну, сначала Rage будем проходить, если выйдет еще какой-то там недолгая игруля, то ее начну проходить. Rage это как бы игра, которую я могу поменять на другую какую-то, чисто если выйдет там. Вот это, допустим, Сёгунда или подождите. Как же игра, которая скоро должна выйти? 22 числа, кажется, если не ошибаюсь. А, не суть. Я еще пока что ничего не буду снимать до третьей части, да, ну типа до 23 числа на 00. Секира вспомнил. Гвардия стрельца акцентом на защиту после быстрого контратак. Гвардия. Потом где пересечемся, пока что... Что это за повороты с тпханем? Весело. Новый тип врагов. Хор клеветы. Люсеча. Не, но перчатки все равно самое мощное из оружия. Пока что. Пока что это мощное из оружия. А давайте я попробую. А ну-ка. Чё, минус 23? Не-не-не, пошли вы в сраку. Спасибо за изи провисание. Интересно, чего это? Ну вот... А смотрите, клинок еще дополнительные атаки наносит.
Да, нормально, нормально. Так, переключаемся на меч. Не, все-таки меч тоже атакует. Довольно. Смотрите, он. Ух ты! Бац, 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 бац. Ну и сейчас посмотрим по урону. Не, кулачки они более... В жопку, в жопу. О! Не, ну если типа скомбинировать атаку, то она будет, да, жесткой. Короче, мы падаем все ниже и ниже, да? Воу, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Нужно, короче, уничтожать эту херь. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Не, меч он жесткий стал. Тихо, 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 тихо. Эта херь стала сильней. Давай, давай, разнос, разнос. Давай, 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 давай. Давай разносим ей лицо. А враги где? Так, ну пойди все. Так, падение вниз. Блин, я не понимаю, что вот это типа за сфера. Так, энергия, хпшка. Идем ниже. Да, мы, короче, спускаемся все ниже, ниже. Этот вкус дерьма из сверху чую. Настало что-то там. О. И давайте тихо. Ну, типа он замахивается долго лучше мечом. Меч побыстрее атакует. А тут, где тут проход? Ладненько. А, нашел проход. Так, персонализация. Дьявольский меч Данте. Так, удержите, так. Не, давайте лучше я буду меч прокачивать. Ну, типа... Такое, ладно. Так, 11к у меня остается. Мотоцикл. Спорно, шпорно. The Drive. Мне мастер клинка нужно прокачать. А давайте способности. Ой, это нифига. Значит, мотоцикл. Хайсайт.
Вот это более-менее. На покупку здесь, да, сфер не дают. Да, закончить. Пойдемте ниже. Ну, черный костюм это такое. Ой, блядь, это еще и эти. Давай, давай, ломай. Тихо, тихо, не-не-не, мне нужно до конца уничтожить их. Давай, 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 давай. Уничтожаем, уничтожаем. Бац! Давай, давай, мечом, мечом. Ай-яй, больно. Что-то их как-то многовато. Что, я ж всех уничтожил? Давай, 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 давай. Меч, меч, меч. Давай, давай, разнос, разнос. Очень сложно, очень сложно. Сука. Так, давай дальше. Души, 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 души. А я заметил, что из-за шапки я, походу, души, да, потерял? Или нет? Походу, показалось. Но эти мне все равно нужно ломать. Чтобы себя дальше путь. Да ну, тише ты. Меч. О, нихера себе. Да, эта фигурина помощнее будет. Эта фигуринка помощнее будет. Наполняем энергией. Или она у меня заряжена? Да, смотрите, это типа жесткая херь.
А, то есть эти херри повылазили, когда я это, да, сломал? Корни. Вон оно че. Вон оно че. О, там кристалл жизни. Это уже у нас какой, 14 или 15 кристалл жизни? Идем ниже. Может, боссик? Кажись, босс. О, они все встретились. Похоже, нам еще идти. Как-то быстро. Двадцать одна минута считается. Наесточку выполнили. Не, ну Данте стал жестче, у него до хера очень оружий. Если демон Ви, грифон или тень, так, ну получается теперь у нас выбор, типа за кого из них играть. Может, давайте следующий сыграем за этого? Неро. Нет, блин, у Данте. Вот, то есть у Неро у него руки, поэтому он этим жесткий. Давай. Библиотека. Фортуна, город Тайн. Город Фортуна окружен высокими стенами, ограждающий его от внешнего мира на протяжении многих лет. Возможно, именно им... Так. Им Горану обязан старомодные почты, так, средневековые атмосферы, царящие на его улицах. Город, так, правит религиозная организация, известная как Орден Меча. Практически все жители города являются последниками культа. Орден поклоняется темному рыцарю Спарде, личности, фигурирующей в мифах многих народов, и признает его богом. По легенде, Спарда никогда... Так. Некогда был правителем Фортуны. В городе находилось огромное сооружение, ворота, которые поклонялись Орден. Однако, они были разрушены несколько лет назад во время землетрясения. Жители города по сей день разбирают их обломки. Некоторые считают, что землетрясение устроили демоны или что-то так, что оно было корой за поклонение ложному богу. Однако, это всего лишь пустые слухи. Так или иначе, после землетрясения Орден оказался обезглавлен, ныне организация существует автономно и не имеет лидера, а ее ряды значительно поредили. Хорошо, у нас получается по библиотеке еще одно письмо от Моррисона остается, и все. Отчеты Ника. Так, поехали. Предметы оружия. Так, ну, Ви у нас ничего нету, Неро уже все. И остается только Данте. Одно оружие у Данте, два, три, четыре. Еще четыре оружия у Данте. Дерфаустен. Так, создавая это оружие, я использовал старые заметки отца. Имя Фауста я позаимствовал у демона, который взял за основу конструкции. Она, стреляет кристаллизированной кровью демонов. Ну, красными сферами. Я также позаботилась о том, чтобы попадание из него вызвали у демонов жуткое кровотечение. Круто, да? Не знаю, каким надо быть дураком, чтобы оказаться от такого оружия. Так, дальше. Герои. А, ну герои мы же, по идее, все, да, читали? Враги. Врагам у нас там только один новый. Илюс Сече. Так, правда, вскрытие этого демона было интересно. Эта штука подтверждает мою теорию об эволюции демонов. Сложно произнести заклинание, не имея рта, да? И все же многие поколения демона держались, своими адскими песнопениями, способны породить вот такое чудо, состоящее из ртов и с такими слабыми мышцами, что оно еле двигается. Так, а чем больше ртов, тем больше силы. Подозреваю, этой штуке достаточно одного полного заклинания, чтобы тебе прикончить. Если увидишь, как оно делает что-то странное, поторопись быстренько его заткнуть. Ну да, он много слов говорит одновременно, кастует магию.
Мегемод. Подожди, а у нас уже все? А, ребят, у нас все уже больше новых. Новых врагов больше не будет. Подожди, это был? Так, а никто? А, да, и никто был. Ну, просто со стороны вот этого не видел этого. Никто. Вот этого я просто не видел. А по боссам... По боссам... 4, 5... 6, 7. Ну, это, скорее всего, миссии. Это главный босс вот этот будет. И еще рядовые боссы. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока. И да, следующая миссия у нас Распутье Вы.